Так, на операционную базу напали уголовники. Сколько их, мы не знаем, хотя, судя по всему, лидера у них нет. Но у ОТГ слишком мало людей. Их командир пытается выбраться из-под огня, у них больные, раненые. Твоя главная задача — отбить базу. Дальше по обстоятельствам. Супер! Да, конечно.
Диспетчер, ситуация снаружи под контролем. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. Спасибо за отчет, отряд «Браво». Будьте начеку, сохраняйте боеготовность. Рад, что вы живы. Теперь нужно обустроить базу. Зайди туда, осмотрись. Я, наконец, обзавелась транспортом, так что скоро буду. Давай. Система вентиляции. Агент, нам нужно наладить работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город. У нашей базы есть потенциал, но в данный момент она черт знает на что похожа. Чтобы привести ее в порядок, нам понадобится толковый персонал. В частности, врачи. В полевом госпитале в Madison Square Garden есть вирусолог, но тот район кишит бандитами. С ней мы сможем организовать работу медблока. Без нее... Командир ОТГ Бенитос сейчас в поле, и с ним нет связи. Верни его. Пусть займется силовым блоком базы. К тому же, я надеюсь, это повысит боевой дух. Еще нам нужно электричество. Будет энергия, будет и нормальная разведка. У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось. Не найдем его, останемся без света. Исаак умеет сканировать все блоки базы и отслеживать изменения, так что ты всегда будешь в курсе дела. И чем лучше мы организуем работу базы, тем больше сможем сделать для города. Технический блок переживает не лучшие дни, но если удастся доставить сюда Ротса, дела пойдут на лад. Этот парень много чего умеет. Он из частной военной компании, и он умнее, чем может показаться на первый взгляд. Силовой корпус пребывает в запустении, еще здесь не хватает капитана Бенитоса, его в ОТГ обожают. Бенитос наверняка поможет нам с разведданными и огневой поддержкой, так что мы сможем очистить улицы от этой мрази. В медицинском блоке сейчас полный раздрай. Тут нужен вирусолог, тогда мы сможем заняться изучением вируса и получать больше припасов. Не только для гражданских, но и для себя тоже. Лучшие цены, лучшая снаряга. Смотрите сами. Эй, плохие новости. Я не смогу пойти с тобой. Ты же видишь, что у меня с ногой. Буду помогать тебе отсюда. Что поделать? Знаешь, как сильно я мечтала об оперативной работе. Я готовилась к этому всю свою жизнь, но... Но я не так себе все представляла. У нас ведь не должно быть привязанностей, да? Чтобы они не мешали взять и все бросить. Я так и сделала. Не помогло. Я к ним привязана. Это мои люди, это мой город. И мы его отобьем. Давайте-ка... Да, ладно, ладно. Вся надежда на нас. Нельзя их подвести. Исключения будут делаться для детей и лиц пожилого возраста.